Войлок – орнаментированный войлок, дерюга, игрушки, чехлы и сидушки из войлока. Эти традиционные изделия создают своими руками мастерицы из Толсто-Рузского района Джалалабадской области. Они научились народному ремеслу, участвуя в курсах проекта «Иличи Унюркенчи», который проводится здесь с 2022 года. Главная цель проекта – снизить безработицу в регионах и сохранить народное ремесло. Курсы по декоративно-прикладному искусству объединили сотни женщин из этой местности. Қаржыланды, ошоның ішінде бардық оқытусы, жаңағындай керекті материалдар менен қамсыз қылу ошоның барын ішінде болды. Ошол оқығанда кейінгі жиынтығында біз ошол областық деңгейде өткен, республикалық деңгейде өткен конкурстарға барып қатысып, қарасыраттарға барып қатысып келдік. Өрмөктү үйрөнүп, кирешеге чыгып, ушуларды интернет аркылуу сатканга жетиштим. Жалалабадка барып келдим, көргөзмөлөргө катыштым, көргөзмөдөн ушу эмелер, ушу өрмөктөрдү, ушу өрмөктүн сумкасын заказ беришти да, ошо эми берем ошолорду. Курсы по обучению традиционному искусству планируется проводить ежегодно. Опытные мастера расскажут, как делать сувениры и украшения, различные изделия из войлока, ткать ковры и ткани, изготавливать кииз и шердак.